Строительством индустриального парка «Стройпром» в Чите будет заниматься ООО «Звезда», зарегистрированная в Сочи. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Так, в районе Ивановского проезда Черновского района краевого центра подрядчик возведет якобы небольшой промышленный городок. В нем будут административно-бытовые здания, гостиницы, зона отдыха, деловая зона, промышленные помещения и складские. Срок исполнения контракта до 1 апреля 2025 года. Напомним, директором ООО «Звезда» числится Вартан Хачатурян. Компания зарегистрирована в 2005 году в Сочи. Согласно данным ФНС за 2022 год, численность сотрудников там 52 человека. Эта компания занималась ремонтом драмтеатра и реконструкцией театральной площади в Чите.